Всем доброго здоровья и приятного аппетита, сейчас кушать. С вами Юлия и Мишка. Всем привет. Сегодня будет милая новая игрушка под названием Cozy Grove. Поехали. Добро пожаловать в ряды призрачных скаутов. К первому одиночному походу обязательно надо подготовиться. В общем, игрушка на самом деле очень крутая. Здесь интересная и история, и стилистика очень красивая, магическая. Да, мы будем... и рисовка чем-то Don't Starve напоминает. Да, мы будем разговаривать с духами, но сейчас вы это увидите. И их спасать. Классно выглядите. Спасибо, видите, я похож на себя. Пришла пора отправляться в путь. Вы открываете письмо, которое принесли с лодки. В нем сказано: «Дорогой призрачный скаут, добро пожаловать в уютную рощу. На острове нет связи и удобств, так что не забудь взять с собой все необходимое. Люди с материка приезжают редко, тебе придется заботиться о себе самостоятельно. Скауты, которые были здесь до тебя, сообщали о медведях, так что веди себя осторожно. Не забывай поддерживать костер, желаем хорошо провести время, служба скаутов». Девиз призрачных скаутов: «Все потерянные заслуживают милосердия». Отлично. Мне еще чем-то Animal Crossing напомнило, как будто, знаешь, я приехал на остров, и мне инструктаж дают. Ну, да. Так, да, в общем, да. Вы видите, как все выглядит, а мы еще немножко подадим вам историю. Хе-хе! Сколько лет этим дровам, скаут? На вкус не меньше сотни. Ну и где мы оказались из-за тебя на этот раз? Так, сможешь даже ответить. В какой-то уютной роще. Уютная роща — это название мне знакомо. Я видел его в старых брошюрах, которыми меня разжигали. Надо же. Я чувствую рядом десятки израненных неупокоенных душ. Они отчаянно нуждаются в помощи, но сами этого не понимают. Это не похоже на место, куда обычно отправляют юных призрачных скаутов в первый самостоятельный поход. Ну ладно, раз тебя сюда отправили, значит, скауты уверены, что ты справишься с заданием. Хочешь увидеть, что там за моим пламенем? Так, еще и гадание. Как хочу, ё-моё. Вот это настрой. Вижу призрак лесничего на опушке леса. Она ждет там уже очень-очень давно. Не бойся, скаут, ступай и представься. В конце концов, ты здесь, чтобы помогать. Так, отлично. Как видите, закрашивается территория. Я не знаю, что это отображает. Ну, да ладно. Идем. Кстати, у нас есть, Миш, инвентарь. Ты хотел бы быть скаутом? Ну, понятно, что у нас это... Пионером? Ну, как бы... Можно сказать, или как? Нет, скаут, наверное, больше опасно. Как путешественник маленький такой. Какой-то. Да, у них еще, видишь, эти ну, нашивки. Ну, попробовать бы хотел, конечно, но уже поздно. Ха, так. Еще один воображаемый турист. Наверное, я себе с утра слишком крепкий чай заварила. Или, скажи, ты ведь живой человек или как? Ты меня раскусила. Что ж, это лучшая новость с тех пор, как у камышовки вылупились птенцы. Добро пожаловать в лагерь уютной рощи. Я Шарлотта, местный лесничий и призрак. Я уже это понял. Если будут проблемы, я та, кто тебе нужна. Так. Слушай, это твоя форма, она мне знакома. О боже, ты же призрачный скаут. Это меняет дело, вселяет надежду. Так, стопроцентный скаут, меня учили помогать призракам. Так, что ты имеешь в виду против? Интересно, что спросить ее. Ладно, спрошу первую. В чем проблема? Проблема? Ты не первый призрачный скаут на этом острове. Много лет назад другая амбициозная девчушка разожгла здесь костер, чтобы заработать свой последний значок. Не последний, а крайний надо. Миша, она, возможно, последний. Да, мы против этого, наоборот, выражения. Но все пошло не по плану. Но к чему ворошить прошлое, правда? Ты здесь, дружок, а ее нет. А ее нет! Да уж. Если хочешь остаться тут на ночь, запомни первое правило выживания в дикой природе. Не замерзни. Где-то тут рядом лежало бревно. Найди его и подбрось в костер. Так нам обоим будет уютнее. Так, у нас... Атмосферка прям такая клевая. Интересная. Мне еще Хильду мультик напоминает чем-то. Вот, кстати. Я люблю такие истории. Бревно нашел. Сюда, что ли, добавить его? Так, вот бревно. Ого. Это призрачное бревно. Откуда оно у тебя? Такс, ну, мне о нем рассказал один дух. Под деревом лежало. Что ж, во-первых, спасибо, мне очень вкусно. Во-вторых, наличие призрачных бревен подтверждает мои подозрения. Призраки появились в уютной роще давным-давно. Здесь много душ, которым нужна твоя помощь. Они не могут обрести покой, пока кто-нибудь не поможет им разобраться в их прошлой жизни. Если они ушли из жизни давно, то могут даже и не помнить, кто они такие и как умерли.
Ах, от призрачного бревна огонь наконец разгорелся, мой свет проливается дальше. Просыпаются новые части острова, вспоминаются потерянные места. Вижу нового духа, он умеет мастерить полезные вещи. Все, приход окончен. Так. Слушай, отличный костер, только какой-то маленький, а? Поищи побольше призрачных бревен, немного тепла этому острову не помешает. Хороший огонь непременно призовет дальних путников домой. Тут прям вообще интересно, как все происходит. История продолжается. И смотри, она как будто оживает. Да, то есть нам нужно ей типа помочь до конца, чтобы наполнить сердца. Да, мы за это монеты получаем. Смотри, маленький призрак. Тут, конечно, я еще не совсем понимаю, как жанр. То есть тут survival или чисто история. Миш, мне кажется, ну, плюс в советах 100, там 100. Было что-то про выращивание. Да. Там вот когда загрузка начально идет, там вот есть советики. Так, а это что за чертики? Миш, они исчезают. Их отгонять возможно нужно. Слушай, как Don't Starve, когда у тебя приход какой-то начинается от голода. Так, следующий персонаж, следующий дух. Воу. Джереми Хмурфель, я Бакснакс как-то вспомнил. Вот, кстати, тоже сразу же. О, ты же меня видишь. Прости, я думала, что стану невидимым. Так, извини, не приняты. Очень-очень-очень великодушно с твоей стороны. Я этого не заслужил, поверь. Боюсь, я буду мучить и себя, и тебя, пока не выясню, почему я здесь застрял. Может, я смогу отплатить тебе услугой за услугу, мини-мастер. Не хочу хвастаться, но я и призраком буду тебе полезен. Все, что мне нужно, это ветки. 3 штуки. Mm-hmm. Принесешь? Обещаю, ты не пожалеешь. Так, 3 веточки. У нас вон задание, кстати. Миш, надо отогнать, мне кажется. И еще... Этих кого? Чушков. Мне кажется, они тут или вообще... Или они постоянно... А, пока мы не рассеем, то есть, ну, это... Да, то есть, возможно, какая-то нас будет ждать опасность. Костер нужно разжечь сильнее. Нам сказали, что где-то неподалеку, ну, наверное, еще бревна есть вот эти. Миша, вот ветка. Нет? Или тут нету? Нет, я не наблюдаю здесь ветку. Или это улей сверху? Я вообще пока мало что здесь вижу. Ну, давай спустимся на берег, посмотрим. Здесь, может быть, что-то есть. Вон ветка. Ветка. Вот, пожалуйста. Вон, кстати, яйца. Яйца. Так, а я могу подобрать? Подобрала. Ветка. Угу. Такс. Значит, все-таки еще бревна. То есть и тому помогать можно, и тому. А мы сейчас начали... Слушай, а тут затоплено. Затопило, да. Вот еще ветка. О. Может, не бревна? О, еще ветку вижу. Причал еще небольшой. Слушай, прикольно. А можно вот здесь что-нибудь поделать? Нет, не могу. Ну, вон в любом случае еще ветка. А бревна, может быть, нам нужны инструменты, как нам сказали, что он поможет вам сделать полезный инструмент. Наверное, мы срубим дерево, получим бревна и поможем уже другому, то есть взаимосвязано. Ну, держи свои ветки. Посмотри на эти палочки, какие красотки. Тут закрутить, тут подогнуть, и вуаля, твоя первая лопата. Не лучшая моя работа, не просто управлять токарным станком, когда у тебя лапы призрака. Но на острове полно мягких куч грязи, чтобы их раскопать, она сгодится. Видите, духи, я помог бедному скауту, теперь я свободен. Я все еще тут, да? Черт. Но на одной хлипкой лопате далеко не уедешь, верно? Конечно, нет. Не волнуйся, у меня еще полно идей. Я помогу, чем смогу, чтобы наша роща стала для тебя по-настоящему уютной. Надеюсь, эта лопата тебя не подведет. Вот тебе еще призрачное бревно. Слушай, мы вот получили. Теперь мы уже сможем... И лопата еще. Как все преобразилось. Да, то есть это его хата, ну типа место. Так, деревянная пойдем лопата. Пойдем подкидывать, да. Сейчас, погоди, монеточки, да, монеточки, конечно же. Вау, ну слушай, я в этой игре Gravity Falls плюс Hilda плюс Don't Starve плюс Bugsnax какой-то, я даже не знаю, это что-то прям... Игры стали удивлять своей вот этой смешанностью. Атмосфер... Вот, кстати, вижу кучка грязи, да, я могу как-то воспользоваться. Ага, то есть она чисто сама используется. Подходишь, да, и она да. сама. Это что такое? Какой-то... Похоже, если честно, на какую-то картофелину. Да, это картофель. Мы не будем подкидывать. Сейчас подкинем. Да. Я просто ямки хочу все изменить. Давай скопать. Так и сделаем. Интересно, что время показывается. Как будто реально. Тут еще, наверное, ферма будет, как мне кажется. И рыбки. А рыбки как в Animal Crossing. Да, кстати, похоже. Так, ну давай подкинем. Вот бревно. Что-то сейчас еще у него приход будет, нам расскажет. Наверное. Отлично, я освещаю еще больше пространства. Теперь я вижу старого друга. Мистер Лис заметил огонь и открыл свою лавку. Mm-hmm. А, похоже, он чувствует себя здесь как дома.
Постой, еще не все. Я вижу странную просоленную фигуру на берегу. Когда он появился, что-то другое исчезло. Что-то очень важное. О боже! Лучше иди посмотри. Интересно. Тут еще с таким юморком. Ну да, о, смотри, другие духи еще появились. Примерный ученик достижения. Новый значок. Это, о, видишь, прикольно, ачивки, да. Синхрон вместе, так скажем, с нашими. А этими. Ты видишь, как бы, да, ты можешь с ним, можно с ним поговорить. Так, не поможешь мне? Иногда, чтобы что-то найти на этом острове, достаточно просто внимательно посмотреть. Но порой приходится все-таки запачкать руки. Видишь груду опавших листьев вокруг? Попробуй их раскопать, чего в них только не бывает. Я даже как-то видела под листьями какую-то старую книгу. Задание. Ищем дальше. Под брезентом. Под нашим брезентом? А вон еще, кстати, кучка. И вон еще. Кучек тут немало, на самом деле. Кто тут накучил? Накучил, да. Так, вы получили картофель. У нас уже две картофельные. Нам еще надо на берег сходить. Этот и нам еще костер кого-то сказал. Найти. Костер сказал на берег. Тут монетка, кстати, кучки. Не исчезает. Смотри. Миша, а нам... И вот еще монетка. О, как ты ее заметил. Так. Вон куча. Блин, вот кучу разглядеть надо среди вот этого всего. Смотри, еще наверху что-то деревья, у нас здесь они созрели. Плоды дают. Но я, не, наверное, не могу собрать. А что на берегу? А, вот а мы мужичок идем. Нас ждет какой-то там. Слушай, какой-то берег. Он... Погоди, ой, смотри, можно взять. Он же меньше был. Можно взять вот эту штуку. Я что-то не понял. Ракушка. Берег стал больше, тебе не кажется? Да. А, он же говорит, я вижу больше, точно. Да, он же да, сам да. про расширение утверждал. Хорошо, я что-то запарил. Опа. Так, как будто моряк какой-то, да? Капитан Билватернюх. При жизни я был морским волком, то есть медведем. Сотни раз гонял от уютной рощи на материк и обратно. Кое-кто поговаривал, что не пристало медведю плавать по волнам. Но разве я их слушал? Конечно, нет. Он как будто... О, тут как будто русалки какие-то. Странно. Медведь, главное, кол-тюлень. А теперь я изменился. Эй, мелюзга, давно ты тут стоишь? Я как раз о себе рассказывал. Я капитан Билватернюх, хотя некоторые зовут меня Медведь-чайка. Медведь-чайка? Ну, кстати, реально, я еще такая думаю. Он говорит медведь, а у него клюв. Так ты медведь или чайка? И то, и другое, кряк. Странное дело, быть и медведем, и чайкой, между ними нет почти ничего общего. Разумеется, кроме любви к рыбе. Кстати говоря, ты есть хочешь, салага? Принеси мне удочку, и я покажу, что у нас сегодня на обед. Удочку? А, то есть мы сейчас должны плавают. К нашему мастеру подойти, он, наверное, скажет, принеси сейчас. Мне еще 10 палочек. Не, он ничего не скажет. Так, этот спит уже... О, вот это столб. Так. Привет тебе, потенциальный покупатель. Должен признаться, когда я шел на твой огонь, не думал, что опять окажусь здесь. Когда я был тут в последний раз, остров выглядел куда лучше. Ой, как невежливо, я даже не представился. Можешь звать меня мистер Лис. Твое имя я, разумеется, знаю, но я слишком вежлив, чтобы его повторять. Знаешь... Хитер. Знаешь, у меня есть постоянный договор с призрачными скаутами. В любом месте и в любое время лавка Лиса к твоим услугам. Продавай и покупай все, что хочешь. В чем подвох? Цены назначаю я. О, так, что купить можно? Посмотрите, блестящие новинки. Ага. Удочка. Понятно. Конечно. Кстати, 20 старых монет. У нас они мы есть. Собрали. Так, вот деньги. Удочка у нас в руках. Спасибо, было почти приятно иметь с вами океанская дело. Удочка у нас теперь есть. А вот так... А, ну, в принципе, нам вас к нему и вели. Блин, офигенно тут, конечно. Так-с, товарищ, мы уже на подходе. Ага, салага, это сработает. Еще как сработает. Ну и чего ты ждешь? Если хочешь найти нам подходящую еду, придется как следует в себе покопаться. Хватай удочку и поймай нам здоровую рыбу. Так. Рыбину, точнее. Опа. О, так он все-таки чайка. Че? И медведь. Он очень как бы крупный. Так, а удочка? А ты мышь видел здесь? А как? Это мышь больше нас. Как его...
Как будто... Рыбка-то ловит. Так, сейчас вот ракушечка. Как мне... Стой. Видимо, еще раз поговорить. Секундочку. Так. А, значит, надо научить тебя рыбачить? Да, как раз. Отлично. Выбери удочку и нажми на кнопку «Взять в руку». Ну, мы учитываем, что с геймпада... Возьми. Выбери направление и отпусти, чтобы закинуть леску. Попробуй салага. Попробую салага. Так, как мне выбрать сначала предмет? Так, о, у нас... Вот это значки, кстати, достижения. Нажал. Так, это вот мне... Здесь предмет, да. А как мне удочку-то взять? Ага, X рюкзак, вот. Взять в руки, вот у нас теперь предмет. Теперь, ага, забрасываем и направление. Ну-ка. Ого! Дальний полет. Реально, как будто он стар. Так, подсечь, сейчас, подсеку. А это прямо Animal Crossing. Ой, Don't Starve, говорю, Animal Crossing, да. Ну ладно, ничего страшного. Задыхариус был пойман. Задыхариус? Так, давайте еще что-нибудь поймаем сначала. А у нас места хватит, да, наверное? Мне кажется, у нас инвентарь большой. Ну, вон еще один у нас, скорее всего. Бау! Давайте, кто-нибудь. Одна рыбка еще влезет. Ну, тут, в принципе, да, прям так. Ну, видно, что, конечно, вдохновлялись, да. Но тут еще прикольно, что история какая-то. Ну своя. Да, то есть это, в принципе, ничего такого нет в том, что подглядеть какую-то механику, идею, нет, а не в наглую тырить все. Гелихт какой-то. Немецкая рыба к нам приплыла. Так, все, я думаю, так, хватит достаточно. Тебе. А у нас, кстати, была уже вот эта штука. Какая? О, неплохая рыбешка тебе на крючок попалась. Приятного аппетита. Думаю, у нас с тобой будет куча времени на рыбалку, раз твою лодку в море смыло. Мою лодку смыло? Ага, слабый узел и внезапный прилив отправили ее в свободное плавание. Не вини себя, этот остров пучина неудач, приправленных грустными рассказами о нашем призрачном горе. Пока мы, призраки, не обретем покой, никто не покинет этот остров. Точнее, никто не покинет этот остров. Так что, салага, хоть ты и живой ребенок, а я призрак, между нами есть кое-что общее. Мы оба застряли на этом острове. Ты что, думаешь, решить все наши призрачные проблемы за один вечер? Не бери в голову. Мы, медведи, больше не твой проект. Мы теперь соседи, кряк. Опа, это что такое? Это еще что за покемон? У него прикольно территория выглядит. Ты кто такой? Исчез. Так, монетки здесь, я так понимаю, только за помощь. Нужны, потому что нам потом покупать. У нас всякие. Еще бревно появилось. Ой, Миша, а вон еще ракушечка, не знаю. Ну. Может быть, их продать можно будет потом. Странный он парень вот этот. Но он, видишь, как сматывается. Мне кажется, их можно будет потом либо ловить, либо... Все! Либо как-то с ними они такие... О-оу! Исчезли. Ладно. И, наверное, у каждого своей истории, наверное, гибели есть какая-то в конце. Что же произошло? Ну, скорее всего, да, видишь, потому что мы, наверное, должны об этом узнать. А вот эту кучу, интересно, можно как-то раскопать? Наверное, это и есть. Вот эта куча. Опа, грибок и ветка. Палка. Угу. То есть, еще раз, X — это у нас инвентарь. Можно бросить. Y — это у нас... Задание. Попробуем, знаешь, что, к брезенту подойти. Она же тогда что-то говорила. Тут может. Ну, я не могу близко к нему подойти. Понимаешь? А лопату, если выбрать, тоже. Лопата, она как бы. Так, ого! Положить вещи в хранилище. Вот брезент, наверное, для этого нужно. Коллекция одежды. Ого. Улучшить лопатку. Ой, палатку. Палатка. Это палатка. Ясно. Хочу кое-что сжечь. Ну-ка, а палатку как? Так, тесновато могу. Чего? 5000? Так, это точно. Хранение увеличивается. Как это сказать? Пахнет анималом. Анималом, да. Так, коллекцию одежды. Понятно. То есть у нас будет одежда. Ну, в принципе, у нас здесь только одно бревно. Да. Вкуснятина. Странно, я все еще голоден. Думаю, еще одного призрачного бревна будет достаточно. Где-то здесь есть бревна, не меньше двух. Может, рядом, а может и нет. Пойдем наверх. Да, к мы лису. Там еще не были. Не, вон, лис. Смотри, вот здесь. А, бревно, Миш, или что это такое вот лежит? Это стул. А, это шезлонги. Типа. Ну, типа того, да. Интересно, а если мы ловим рыбу, мы можем выловить, например, бревно случайно? Или как сапог? В Animal Crossing это что такое? Камень? Кусок глины, я не знаю. Что это такое?
Картофель. Ну, вроде он как-то по-другому выглядел. Ну, не, ну, на самом деле, похоже, такая неровная картошечка. Два. Где? Так, смотри, вот это что, такая штука, какая странная. Это еще кто? Ну, это как куча листьев, на самом деле. Просто большая куча листьев. Так. Ну, кому мы можем еще помочь? Так, а что у нас по заданиям-то? Путеводитель, да, или что это? Да, его выкопать надо где-то из листьев. То есть нужно... Вот он. Отлично. Ну, пойдем. Пойдем как раз. Может, она за это нам и даст бревно? Да, скорее всего, да. Вон еще видно куча листьев, но мы потом с ней разберем. Ты думаешь, что... Нет, это нельзя выкопать. Странно. Так, ладно, отдадим. Она уже спит тут. Вот он, это же старый путеводитель по лесу для призрачных скаутов. Смотри, раздел «Воспоминания» совсем не тронут. Сюда скауты записывают свои достижения в помощи местным призракам. Что ж, должна признать, это неплохое начало. Я сохраню эту книгу и буду отслеживать по ней твои успехи в помощи призракам уютной рощи. Хочешь посмотреть альбом воспоминаний? У меня только один выбор, да. Вот это настрой, смотри. А, по каждому из них. Да. Вот эти... Мне еще Альбу. Я Альбу вспомнила. А где-то вот мы еще... Где мы смотрели эти воспоминания? Не в Рёке были? Шарлотта нашла... Слушай, и дата тоже стоит, как печати в Энимале. Угу. То есть там тоже печати были, лопата. То есть у них несколько. Ну тут, конечно... То есть это вот когда прям... Вдохновились, но все равно сделали что-то по-своему. Очень много своего. По-своему. Так, слушай, еще территория открылась. Так, у нас бревно есть, попробуем еще швырнуть сразу же. Да-да-да. Слушай, интересно, что палки можем жечь, наверное. Вот бревно. Ну, скорее всего, да. О, хватило. О, еще одна здоровая доза позитивной призрачной энергии. Ты хорошо справляешься, юный скаут. Чем лучше ты будешь помогать призракам, тем больше они вспомнят. Поначалу дела будут идти медленно, но не отчаивайся, такие вещи быстро не делаются. Помоги медведям, откроем путь к воспоминаниям, и в конце концов они обретут покой. Ах, мой свет проливается еще дальше, освещает уголки, затерянные во времени. Я вижу еще одну фигуру. Этот медведь поглощен поиском и доставкой потерянных вещей всем, кроме себя самого. У вас много общего, не так ли? Опа. То есть сейчас остров еще расширится? Ну, скорее всего, да. А интересно, вот готовка тут есть? То, что у нас вряд ли что нужно сырую употреблять. Миш, ну раз грибы есть, и вот это все, наверное, что-то будет. А что потемнело-то? Ты что случилось-то? Стой, куда ты спрятался? Так, ну-ка. Привет, мини-мастер. Я определенно должен перед тобой извиниться. За что? Я сделал тебе эту несчастную лопату в надежде, что, совершив хороший поступок, перестану быть призраком. Разумеется, ничего не вышло. Возможно, потому что это не лучшая моя работа. Давай покажу. Но для начала мне нужна мягкая древесина, несколько корнеплодов и веток. Корнеплод у нас есть. А, но еще недостаточно. А, нет, три. Еще ветки две. Так, вон здесь, Миш, можно раскопать. О, я смотрю и даже не вижу перед носом. Так, монеточки. Монетки лишними не будут. Так, у нас куда-то еще что-то... слушай, вон, а почему смотри, опять все потемнело? И у этого задание появилось. Ё-моё. Странно, да, почему? Видишь, они, наверное, не могут ничего вспомнить. Ну, ладно, давай-давай спросим, раз уж мы тут. На берегу дует холодный ветер. А я ж призрак, так вот, так он сквозь меня проходит, аж до костей пробирает и за душу берет. Мне бы перышек чутка под куртку, тогда и ветер не будет доставать. Жаль, только полинял я недавно. Ему перья нужны. Да я А тут что-то стоит, что ли, передо мной, я так понимаю? Камень, да. О, перышко. Где? Да что со мной такое? Я вот не замечаю. У тебя хорошо глаза намечены. Это мне еще напоминает, вот где искать нужные игрушки. Тут это очень... вот еще вижу перо. Вот это я разглядел. Так, нужно быть очень внимательным. Вон еще яма сверху. Ну, слушай, здесь реально нужно разуть глаза, чтобы разглядеть. Блин, нам нужны эти корнеплоды. Корнеплоды, да. Ну, Миш, наверное, яму надо искать для этого. И этот еще просит. Ну, давай, давай, накидывайте, накидывайте. Вон еще перышко. Так, не поможешь мне? Знаешь, мы не единственные призраки, которым не помешала бы твоя помощь.
Иногда в этот лес приходят потерявшиеся или попавшие в беду животные. В общем, я думаю, одно из них как раз попало этим утром в магазин мистера Лиса. Оно может быть похоже на амулет в виде маленькой птички. Если купишь его и принесешь мне, я покажу тебе его секрет. Да. Вон перышко, перышко. Стоять. Слушай, ну здесь механик довольно-таки много накидано. То есть и... Ой, пёри прям везде. Так, это сколько у нас уже? Всё, пёри все. К нему нужно, наверное, да? Нет, сжечь просто, естественно, к нему. Неплохая мысль. Вот этот чувак тут прям не просто так огненный. Кряк, вот это перья, что надо. Зачем ты мне помогаешь, бедолага, когда у тебя своих проблем выше крыши? Так я сюда и приехал. Ну давай по-дружески, я как... Ха, по-дружески. Может, здесь в уютной роще и найдется тот, кто это оценит. Понял. А нам, птицам, до этого дела нет, но все равно спасибо. С такой подкладкой ветру меня нипочем не достать. Но я так, как утеплился, сразу про загробную жизнь кое-что смекнул. Выпавшие перья обратно в крылья не вставишь, даже после смерти. Вот это философия. Прям... Да. О, за это нам пень дали. Блин, ну его отлично. Наполнить, я могу сказать, непросто. И видишь, опять все. Опять согревается. Да блин, тут какое-то вот это здание, оно тут прям стоит крайне неудобно. Вон ракушка была. А это какой-то... Наверное, Миш, потом какие-то. Они пригодятся. Да, скорее всего, пригодятся. Так, нужно вон еще ракушки, но мне спускаться. Ну потом, ли? Да. Так, те картофель. А вот эта нужна. Штука, что такое? Это, лежит. Я думаю, чисто как фончик. Так, тебе нужно, я помню, Крису что... Крису нужно. Так, мы вот здесь не были, здесь новая территория, но здесь прям, наверное, совершенно новый дух. Да, но да, я пока точно. Не готов к этому. Мне хочется как его, разобраться с тем, что ой, у нас вон, сейчас. Да-да-да-да-да. Вот здесь, возможно, есть что-нибудь. Блин, грибы, ветки зато. И бревно какое-то, бревно, полбревна, да. Точнее. Так, сейчас посмотрим. Отдыхай, дух, пока что у нас тут заказов. Миша прям аккуратно пытается избегать. Обойти его. Смотри, здесь прям реально лица такие. Да, как будто круто. Лица. Так, давай ладно, к лису. К лису зайдем. Так, я хочу кое-что купить и продать можно. О, купить одежду, извините. Так. Ой, блин, тут офигенно. Шарф с зигзагами. Ой. А, тут видно, что... А желтое что это? Футболка, 250 монет. А где наш 36? Блин, ну у нас 36. А нам не надо сейчас. Так, ладно, сколько... Нам надо амулет купить. А, ветку можно вот купить, этот. Кстати. Так, 250 монет. Нам ведь его надо. А вот этот чем отличается? Птица юная грустная. Это смирная птица. Как? Не подойдет. Вон еще дерево груши можно купить. Узор, смотри. Обычный коттедж. Да-да-да-да. Офигеть. Ну слушай, зато что мы можем здесь ветку нет. купить. Чего? Это да. все три... Да ты... Ты чё? Лис, да, офигел... Стой, хорошо, погоди. Сколько стоит продать? Ну я не знаю, ракушка. Ой, 60, кстати. Ну на самом деле не так и много. Учитывая, что он за ветку вот 300. Вот сладкий картофель очень дорогой. Миш, но он нам нужен. Нам нужен вот этот, на самом деле. Есть один. А, это батат. Да. Так, ну ладно. Блин, ну, я слушай, бы пока... я бы рыбу продал. Ну продай, рыбу да. Я рыбу наловить можно наловить. Так. А вот картошки. Так, звучит всякие. Отлично. То есть можно тут рыбалкой фармить деньги, так? Да, 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 если да. Если что. Да. Слушайте, здесь оказывается получается есть сезоны. Ой, мне нужно поговорить. Мы хотим продать кое-что все-таки. Что-то не нашли мы больше. Видимо, расширять нужно территорию. Да, 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 так, да. Так, продаем. Это у нас получается так плюс 60. Так, мы еще продадим вот эти. Если что, они видно, что они спаунятся. Они спаунятся, реально. 36. Так, еще продадим вот эти. Мы нашли еще то ли рогатку, то ли кораллы. Кораллы, кораллы, да. Так, сколько у нас? И сколько она? 250. Практически. Так. Мы можем... Вот грибы не знаю, как поступить. Так, как-то ракушки продадим. Чаще спаунятся. Да, ракушки. Вот кораллы еще. Вот эти ракушки есть, продадим. Так, и продадим вот еще кораллы. 150. Нас... Слушай, вдруг он редкий. Да, давай оставим. А вон у нас еще как будто ракушка. А, да, еще вот одна есть. Так, сколько так. у нас? О, 208. Отлично. Ну покупаем. Все. Так, отлично. Вот деньги. Все, покупка состоялась.
Что странно, когда ты продаешь, тебя выкидывает из диалога, а покупать ты несколько вещей можешь. Вот это немножко неудобно. О, тетя, держи. Ну, наконец-то! Хоть что-то мы выполнили, так? Да, это тот самый птичий амулет, о котором я говорила. Похоже на обычную безделушку, правда? Но если положить его на землю, он превращается в призрачную птицу. Если давать им особый корм, держать рядом с их любимыми вещами, они будут здоровы и счастливы. Как-то могуче. Бедная птичка хочет есть. Я закажу ее любимый корм, но он придет только завтра. Фига себе, здесь еще доставка есть. А пока давай подыщем ей жилье. Почему бы не посадить ее на землю рядом с костром? Она там, это, не испалится? Так, у меня теперь два бревна. И... Так, вот все опять снова подрасширилось. Ну, слушай, задания такого нету. Или мне нужно будет ее рядом с костром, например, кинуть? Может, поместить сюда. Ага, давай. Птичка. О, прикольно. Здорово, птичка. Ее можно... Ее пончиком только можно кормить. Вон у нее счастливое призрачное животное. Накормите готовой пищей, а потом соберите эссенцию. Чтобы животное давало больше эссенции, окружите его предметами, которые ему нравятся. Украшение. Украшение, лампа, деревенский декор. Не нравится бес, если бесы рядом бегают. Ага. Офигеть. Класс. Погладить. Прикольно. Жесть! О, это монетки. Очень круто, я могу сказать. Игруха, реально, это ферма, это, короче, Animal Crossing, ну, с призраками. Пипец. Короче, эмоций слишком много, надо останавливаться. В общем, если вы хотите продолжение, голосуйте, с удовольствием еще поиграем. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.